Новое спортивное золото России привезли в Волгу. Речь о необычной выставке. Ее экспонаты – 10 двухсторонних фотостендов с изображением наиболее ярких представителей ульяновского спорта. Причем все они разных национальностей, но выступают под одним флагом – России. По задумке авторов проекта, это должно помочь популяризовать среди школьников и студентов идеи межнационального единства и равенства народов нашей страны. Суть этой выставки в том, чтобы показать, что спорт – это, наверное, является самым лучшим дипломатом. Вот спорт на одном ковре, на одном ринге, на одной беговой дорожке, на одном футбольном поле. Вы выступаете, тренируетесь, рубитесь, соревнуетесь, но не враждуете. Самое главное, вы выплескиваете энергию во славу нашей Ульяновской области, во славу нашей России. Эксклюзивный проект был поддержан фондом президентских грантов. Кроме идейной части, в нем есть еще и просветительская. Авторы проекта знакомят учащихся вузов, школ и техникумов с историей олимпийского движения. Очень важно для студентов знать историю олимпийского движения. И не просто историю, а наших национальных героев. Почему? Потому что Россия многонациональная страна, проживает, наверное, около 190 разных национальностей. А Ульяновская область 12 национальностей. В этом наша сила. По проекту планируется еще и встречи с олимпийскими чемпионами. Например, со студентами Улгу буквально на днях встретится знаменитый ульяновский легкоатлет Владимир Крылов. Сама выставка продолжит свое путешествие по другим образовательным учреждениям города и области.